Служба пожаротушения в эти дни ведет проверку торговых центров на готовность к чрезвычайным ситуациям. Первые учебно-тренировочные учения прошли в торгово-развлекательном центре «Жибекжола». В службу пожаротушения поступил тревожный звонок о пожаре на третьем этаже здания торгового центра. Объявлена тревога. Посетители просят покинуть здание. Горожане не осведомлены о тактических учениях. В течение 6 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты службы пожаротушения. Однако передвижение спасателей было затруднено неправильной парковкой автотранспорта. Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию, люди не спешили покидать территорию центра. Каждый хотел все это запечатлеть на свои гаджеты. А ведь в таких случаях дорога каждая минута. Посетителей третьего этажа, оказавшихся в огненном плену, спасатели эвакуировали через окно. По завершении учения сотрудники штаба разъяснили населению правила поведения при подобных чрезвычайных ситуациях. Проверка готовности торговых центров к пожарам продолжается.